Всем привет! Сегодня второй раз в этом году выехали на тихую охоту. Одеваю сапоги, только приехали. Приехал сегодня на УАЗике на Женина. Женька не смог поехать, потому что работы очень много. А мы с девчонками, я со своей женой и с Жениной, мы втроем сегодня решили выехать. Поскольку мы тогда были, и очень было маленьких грибов, которые, как вы видели, кто видео не смотрел, ссылочку в описании оставлю. Очень много было грибов, которые только-только начали расти, и они из-под моха еще не вылазили. Поэтому мы решили дать возможность им 2 дня порасти. Только подъехали, выхожу с машины, и вот они, красавцы. Я думаю, выпуск будет офигенный. Всем приятного просмотра, погнали. Чё? Да все грибы все равно наши здесь. Всегда же так говорят, да? Кто-то уже был до нас, мы приехали, время 9:30. Ну, естественно же. Надо же приезжать часов 6 утра или 7. Потому что кто-то приедет раньше нас и все соберет. Мы свои грибы всегда найдем. Так. Ну что, процесс пошел. Погнали. Ну что, у тебя как успехи? Полянки насобирала, откопала, и это сейчас. Ксюша, ты где? Ксюша, ты где? Ксюша, что, вы находите что-нибудь? Ну, Катя нашла штучки 3-4. Я ни одного не нашла. Потому что срезано все. А ты где? Ксюша, ты далеко уже ушла. Давай как-то ближе держаться. Женя, я тебе пообещал, мы Ксюшу не потеряем. Все на контроле. Да, мы постараемся ее не потерять. Что-то мы пробежали сейчас. Метров, наверное, 700-800, может, с километра туда-обратно. Но что-то мало так, очень мало. И все прям срезано перед нами. Может, потому что мы приехали уже к 10 часам. Ну и такое чувство, что, видимо, сборщики какие-то здесь. Может, деревенские местные поселились. Тут до деревень-то, правда, далеко, и на обычном УАЗике не проехать, но тем не менее. Я даже на своем УАЗике сюда не поеду. Вот. Женин, конечно, едет. Вообще, аппарат получился обалденный. Я потом отдельно уже скажу об этом. Свое мнение о птеродактиле, что я думаю, я сегодня ехал, просто кайф вообще. Даже колеса, кстати, не травил. Просто вторая пониженка и он в такие подъемы везде вообще просто. Просто ему вообще. Конечно, высота, блоки и резина все решают. Сижу сейчас на пенечке, пью чай, смотрю вот так вот вокруг и вообще офигеваю. Я знаю, что у нас как бы это некоторые люди бывают свиньями, но, блядь, не до такой же степени. Приезжать сюда за такими грибами, да, тем людям, которые место знают. Вот так вот срать, блядь, поели, ну что вы, блядь, убрать не можете за собой.
Ну, посмотрите. Пакетики из-под молока, из-под сока. Там вон канистра из-под масла валяется. На доливке вон литровка, видимо, была. Пиздец, конечно. Бутылки стеклянные. Кошмар, блядь. Ой, блядь, свинотство. Чтоб вам, блядь, дети в тарелку срали. Короче, сегодня не наш день. Но немножко есть. Еще и наступают на них. Так понятно. Ну и что, у тебя тоже все собрано? Короче, вот этот сон весь собрали. Вот какой мы ждали, да? Да. Вот этот наш сон собрали. Первый самый. Да. И сейчас вот эти мили-пиздрички, это уже второй слой. Ну, короче, надо с ночевой сюда ехать. Ой, ставить палатку и прям ходить сутками. Угу. Ну, вот тоже такие же мелкие, как у Ксюши. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять было. И вот там вторая полянка рядом была. Видишь, только-только молодежь пошла. Рядом что-то ничего нет. Давай. Делай свое дело. Сначала надо вот так. Чик. Выкручиваем. Вот аккуратненько. А потом срезаем. Вообще красавелла такая. Офигенный. Так. Чик. Процесс пошел. Вообще красота. Вообще белый. Совсем белый. Надо еще смотреть, может, еще где-то. Причем, да, это вот. Это уже вот, по-моему, вот это понедельник, воскресенье вот были. Ну, свежие. Что там? Ух ты! Вай-вай-вай! Так, процесс пошел. Катя на один наступила. Опа, а тут вот два сидят. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Ксюша, смотри. Красота. Смотри, я какое место нашел. Нифига ты разгонял. Так они маленькие. Смотри, тема, да? Угу. Вообще красота, блин. Обалденные, что вот такие. Вот так вот, да, ходим, блин. Вот, смотри, вот они. Вот они, сразу. Подожди, может, тут еще есть, а мы не знаем. Катя наступила и... Давай вот эти еще срезай, маленькие. Вообще маринад. Ладно, собирай тебе дальше. В высшей степени маринад. Да. Так. Ой. Так, так, так. Так. Блин, они такие еще слюнявые, знаешь, как это? Как грузди. Давай еще тут будем рыть. Давай, давай, может, давай. Может, еще найдем. Сегодня у нас не это. Сегодня у нас это. Какая-то охота за грибами странная. Землеройная. И на место так. Жик-жик-жик-жик. Да, на место закапывать. Жик-жик-жик-жик. Вот видишь, на один наступило, я услышал и сразу 10 штучек. Ну да. Да причем земля, знаешь, такая жесткая, кажется. Терраса, там гриб, блин.
Время час дня, а у нас потемнело. Начался такой дождик небольшой. Но хожу, вот мусор собираю опять. Чего, кстати, и вам советую. А тем людям, которые гадят. Ух, блядь, попадетесь вы мне. Гады. Гады, годы, блядь. Короче, что еще хотел рассказать? Девчонки, он что-то роют, но пока безуспешно. Мелочь. Они, конечно, классные, вкусные, там, на жареху. Их и замариновать даже сразу в баночку. Чук, они такие цельненькие. Многие задают вопросы. Денис, сделай обзор. Что ты с собой за грибами берешь? Ну, то есть, там, многие увидели, что мы с рациями ходим, там, да? Навигаторы какие, как вообще собираете? Какой принцип? Я так понимаю, люди либо давно просто за грибами не были, либо не, ну, не следят за тенденциями там всякими на этих ноу-хау новых там раций и так далее и прочего. Вот. Вон там низинка, кстати, может быть что-нибудь. Опять там мох зеленый. Че, здесь еще ходим, да, потихоньку? Блять, дождик вообще конкретный пошел. Так что я думаю, не знаю, может быть, в это видео запишу вообще, что я беру с собой, что вообще одеваю. И как вот мы, ну, лично мы, допустим, наша компания, принцип какой собирания грибов. Для кого-то, может, это польза будет. Кто-то, может, тоже своим опытом поделиться в комментариях. Да, в дождь, конечно, не очень грибы собирать, но, блин. Вот такой тип людей. Вот они приехали. Стаканчики, блядь, кофейные. Сволочи, блядь. Кинули пластик вот этот весь. Чё, блядь, 3 стакана, блядь, увезти в город не можете, сука, сволочи, блядь. Зла не хватает, блядь. Вон еще 2 стаканчика, блядь. Блять, сволочуги. Сейчас собирать буду. Хоп. Вот такие бы все были, да? Но. Короче, нифига нету. Эх, девчонки, чай пролили. Не закрыли, видимо. Потихоньку сейчас возвращаемся к выезду, к дороге, к основной. И также вот, как правило, всегда останавливаемся в каких-то, ну, определенных уже точках, знаем, где примерно. Постоянно собираем, поэтому остановились немножко. Раз прошли, чуть дальше проехали, опять прошли, дальше проехали. Ну вот как-то так. Начало, конечно, у выпуска было офигительное, потому что я прям такой сразу гриб нашел. Не одевая еще сапоги. Но, как говорится, что Бог послал, что вижу, то пою, поэтому ничего не выдумываем. Все происходит экспромтом. Поэтому многие смотрят. А нас ждет скоро охота. У нас с пятницы на субботу будет открытие осенней охоты на пернатую. Ух ты! Огонь, ребята! Ну что там у девчонок, интересно? Ну что у вас там, клюет, нет?
кто это? Этот же. Опа. Под березовик или кто он? С червячком, видите, уже. Ну, мы такие не собираем, поэтому. У нас сегодня цель только белые. Поэтому. Чуть-чуть, в общем, мы не угадали. Были мы в воскресенье. Сегодня вторник. Были в воскресенье, только-только слой пошел. И мы решили, что буквально вот сейчас 2 дня, и мы первый вот слой этих грибов, которые в этом году, первый слой, мы его соберем. Но, увы, приехали чуть позже. Я думаю, здесь местные уже чесанули все. С утреца часиков, наверное, в 5-6. Фух, потому что мы приехали, все срезало. Все, что срезано, рядом с срезанными, мох поднимаешь, вот такие опять, второй слой, то есть уже пошел. Рядом с ними, ну что, всяко бывает, все равно чуть-чуть взяли, поэтому сейчас еще пройдемся, может еще что-нибудь пособираем. Но ведро белых будет у каждого, это точно, причем каких еще, да? Вот так вот, смотрите, нашел старый срез под елочками, иголочками. Чуть подразрыло там, смотрите, опа, малышок сбоку уже. Видите, это я к самым тем умным, которые говорят, срезать нельзя, потом расти не будет, он сгниет. Вот, смотрите, видите, ничего не сгнило. Срез не сегодняшний, уже давнишний, видите, черный. И вот он новый рядом. Если бы этот срезали, этот бы тоже задели, видите? Ничего не сгнило, вот он растет. Посрать вообще, срезаешь ты или ты вырываешь. Вообще фиолетово. Понятно? Вот и непонятно, да? Здесь в зелени растет, а там в мху, в таком, в бирюзовом, а здесь в зеленом. Вон Катерина настригла, смотрите. Опа! Красавеллы, да? Вот это вообще просто сегодня красавчик. Семейка какая. Обалдеть. Просто сожрали. Не надо его фоткать. Зачем? Ну и пусть такие тоже бывают, видишь. Мы такое не собираем. Мы только вот такое собираем. Ну, потому что никто его не трогал здесь. Да. И червячочки уже почукали. Почукали, возьму хоть чуть-чуть. Угу. Вообще малявки. Тебе. Больше нету там, ты говоришь, второй какой-то? Не. Смотри, рядом где-то по-любому есть. Вообще полезно по лесу ходить, да, пешком? Особенно таким толстым, как я. Никакого тренажерного зала не надо. Да, рыжиков он куча, а он прям смотри, Кать. Ну вот, посмотри. Эти кто они? Маслята, бабки всякие. Мох прям такой. Да, вышел на дорогу, иду к машине и как раз запишу минутное, так сказать, минутный обзор, рекомендация, что беру с собой. Обязательно сапоги, потому что змеи и прочая фигня. Рации. У меня вот такие бафоны 3 штуки.
Баофонг или кто он там? Биофенг. Забыл, как они правильно называются. Но неважно, можно купить вообще любые. Желательно, конечно, чтобы хотя бы 2-3 километра брали. Потому что для леса очень мало. Ну, вернее, по полям где-то 1 километр хватает, а в лесу, соответственно, расстояние теряется при передаче и приеме сигнала. Поэтому 2-3 километра минимум рации должен брать. У меня это 5-ки где-то они. Так. Ну, естественно, нож. Кто-то ходит с перочинным. Мне как бы по руке вот такие вот какие-нибудь клиночки охотничьи. Вот. Всегда беру с собой свисток. В этом году у нас очень много медведей. Живности всякой. Свисток отпугивает. Свисток помогает. Обычный в спортмагазине, в любом спортмастере. Там ценник там 100 рублей, 150. Обычный физкультурный. Берите самый большой, самый громкий. Потерялись. Свистеть можно. Там какую-то увидели, не знаю, там инотовидную собаку, росомаху, рысь, там волка, медведя. Ой, фью. Потому что может и кабан, и лось напасть. А вот этот свист, он реально как бы может отпугнуть животное, поэтому... Ну, то есть все приемы как бы хороши, потому что, сами понимаете, лес это лес. И особенно такой лес, как у нас, где бывает вообще тайга, болото, он как бы ошибок-то не прощает. Вот, поэтому всегда руководствуюсь правилом. Едешь на час, берешь на неделю. То есть если термос там 3-литровый, то я его полный заливаю. Несмотря на то, что вроде, да давай на часик, на два съездим. Потому что может случиться все, что угодно. И машина может сломаться, и да вообще все, что угодно. И ты такой раз в 3-литровом чайнике с литром чая ночевать остался в тайге. И такой думаешь, да, бляха, а что это я не набрал-то водички, как положено. Такое уже бывало. Ну и по еде также. Понятно, не надо брать, никто не говорит, что там 10 булок хлеба и так далее. Но какие-то просто пару банок тушенки киньте в машину, они все равно и не испортятся. И даже я не останусь, Денис, если не лежим. Вот видите, Денис, вы где сразу? Ксюша! Слышишь меня? Я слышу, да. Я все около машины уже. Вот, рация вообще обалденная штука. И периодически, то есть, крикнули. Ты где? Я здесь. Ты где? Я там. Мы, допустим, вот если ездим вчетвером, Женя с Ксюшей ходят, мы как бы с Катей ходим. То есть, ну, парами. Вот. Ну, естественно. Что это такое? Естественно, этот... Ну, Катя посмотрит, нужны они или нет, не знаю. Этот... Про нож сказал, про это сказал. Ну, что вам еще рассказать? Одевайте всегда вообще флисовые вещи. Кофты флисовые, тема. Вот сейчас был дождь, я во флисовой кофте абсолютно сухой. То есть она как бы и влагу держит, и ветра защиту определенную создает, потому что вязаные вещи вообще далеко давно уже в прошлое ушли. Я вязаными вещами вообще не пользуюсь. Ни носками, никакими свитерами там бабушкиными, это все уже не то пальто. Только флис. Это самое-самое оптимальное. Вот. Кепка обязательно, обязательно брызгалка. Комар, клещ. Вот у нас сейчас уже такая погода наступила, что более-менее начинается. Ну, буквально недели две назад были 3 оводы и так далее. Это вообще жуть. Вот, ну, в принципе, что еще? Можно какой-то пугач. Можно купить в охотничьем магазине, если вы постоянно ездите в лес. На рыбалку. Она лишним не будет. Можно купить ракетницу такую пружинную. Она продается там, по-моему, 16 лет. С паспортом пришли, купили. Вообще никаких проблем. Вот.
ну, в лес оружие именно огнестрельное, то, которое охотничье там и так далее, его возить нельзя, если у вас нет лицензии, либо сезон охоты закрыт, потому что вас примут за браконьера, вы даже не докажете, что вы вроде за грибами приехали. Вот. Единственное, что можно, допустим, вот как я там, травматический пистолет, да, там, этот у меня, ПМ 9-миллиметровый, ну, это там, что там, 8-9 патронов, ну, пусть запасная обойма, ну, по крайней мере, он громко, то есть медведя, понятно, ты им не застрелишь, но, по крайней мере, если кто-то заблудился, можно стрельнуть, чтобы да, он далеко как бы эхо дает, если голос уже не слышит, тот, кто заблудился. Вот, ну и если дикого зверя кого-то увидел, то есть можно пострелять не в зверя, конечно, а вверх в воздух. Потому что вот эти хлопки, они все равно животное отгоняют. Ни в коем случае, конечно, не надо стрелять в медведя, потому что вы его только раздразните. А боли и смерти не причините, поэтому. Вот, собственно говоря, в принципе все. Ну, ведро, корзина. Очень удобно, вот мы перевозим. На монетках, на пятерочках, на лентах, на всяких там машанах. Вот эти пластиковые ящики, в которых фрукты перевозят. И всякую такую, короче, фигню. Они их там иногда выкидывают, иногда они у них прямо там на, где-то, ну, на задних выходах, где разгрузка идет, машину оставляют. Вот. Любой желающий может прийти и взять сколько надо. Вот, поэтому вот эти пластиковые ящики самые такие оптимальные, они легкие. Один в один складываются и в них можно грибы накладывать, и ящик полный, сверху еще один ящик, то есть они ножка в ножку как бы вставляются, грибы не давятся. Ну, если вы много собираете или планируете собрать много. Ну, так, в принципе, все советы. Ну, чё? Вот там, вот в той стороне от дороги, вообще всё срезано. Ну, сегодня прошел Мамай. Чё, погнали? Вот прямо вот даже вот у дороги, блядь, никуда ехать не надо. И такие беленькие, классные. Вот ты думаешь, куда-то ходишь, а он вот он прям. Вот он прям растет, вот он. Ну и, конечно же, навигатор. У меня такой более профессиональный, он старенький, но это Garmin. Вот. Рекомендую, конечно, купить навигатор. Приехали, машину поставили, обязательно отбили точку, написали, допустим, автомобиль или там, не знаю, как-нибудь там, обзовите вы свои места, точка 1, точка 2, или там, может, как-то еще, и идете спокойно. И всегда посматривайте примерно, где вы находитесь от автомобиля. Очень удобно. Конечно же, безопасно. Если нет навигатора, возможность купить, можно скачать. Сейчас очень много на смартфоны разных приложений. Но у вас смартфон должен поддерживать спутники. Потому что вся навигационная система, что ГЛОНАСС, что GPS, она работает только от спутников. Конечно, в идеале еще купить спутниковый телефон. Потому что вот где мы сейчас находимся, здесь как бы связи вообще нет. Ну вот сейчас в принципе все, что вам нужно знать. Ну и всем хорошей тихой охоты. Мы двигаем дальше. Девчонки, поехали! Все, опять едем. Увидели один грибок около дороги. Давай остановимся. И пошло-поехало. Все, одна туда учесала, вторая туда учесала. Опять фиг кого найдешь. Потом уже. Вот эти я сначала увидел. Ну все, приступили к сбору. Короче, едем. Смотрите, какие красавцы, а. Раз, прямо два, у дороги. 4, 5, 6, 7. Вот 8, это здесь 9. Двойной вон. Этот двойной. Давай, поехали по первому.
Ай, вот эта полянка-то, а! Вот это я отличился-то, наконец-то. А то вы все собираете, я даже не вижу. А вот оно. Видишь, как я увидел-то? Блин, вот даже на мох неохота наступать, потому что по-любому где-то еще есть. Ой, вообще красота. Ой-ой-ой. Натя. Ой-ой-ой. Ты посмотри сейчас, вот с этого гриба ты упадешь. Ой-ой-ой. Вот это контента. О, наступил, бляха! Что, правда? Блин! Ну, конечно! Я ж тебе сказал, что... Еще и два, блин! Подожди, вот. Подожди, не ходите пока по мху. Блин, зай, ну... Смотри, еще... здесь прям вообще клондайк. Посмотри, вот это я поляну нашел, а. Блин, вообще капец, жалко. Ну ладно, боженька меня, видишь, отблагодарил. Да. Ну вот такие бы полянки, да? Да. И сразу пол корзинки. Чтоб пять... Вот поляна. Буквально вот с этого пятачка. Ну все, я отличился. Я вам обещал грибы. Пожалуйста. Вот еще, смотрите, засранцы двух видов бывают. Бывают, которые просто вот так бросили. Вот. Видите? Я сейчас коробку подобрал. Причем эти засранцы, блядь, на УАЗиках тоже ездят. Видите, шестерня заднего хода. Тут меняли они, видимо, для автомобиля УАЗ. А есть еще засранцы, которые более-менее оккультуриваются. Они, видите, вот тут поели или что там сделали, блядь. И вот сюда положили вот так вот. И повесили на дерево, блядь. Козлы, блядь. А мы, блядь, за них должны вывозить вот эту хуйню всю. Ой, блядь, что за люди, нахуй. Сейчас вот это все, блядь, птицы растащут или ветром это все, блядь, улетит. Тут, блядь, сволочуги, блядь. Короче, смотрите, технология какая. А? Кора меня сбивает. Технология, смотрите, какая. Вот иду. Вижу вот так вот. Вижу вот срезанный, видите? Вот так поднимаю мох. И смотрите, опа, видно, да? Опа, семейка еще сидит. Вот, в принципе, такая технология. Вот. Такие мясные. Вот они. Тройничок такой. Опачки. Опачки и тройничок. Видели, да? Прикрываем. Вот так вот. Вот еще один малыш. Малыш маринад. Да. Аккуратненько мох поднимаем и везде смотрим. Уже собрался. Нет, что-то опять они там нашли. Я уж переоделся. Кроссовки одел. Вы как это, как неугомонная. Аккуратно. Тут везде мины. Да я понял уже. Вот видишь, ножку поставила. Да, вижу, мне. Вижу. Сейчас, сейчас. Это как раз вот идут такие. Эти. Прям целиком буду их мариновать. Я понял. И мы их будем прямо с водочкой. А еще скоро пойдут. Груздочки со сметанкой там. Так что, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. У нас будет много грибов. Особенно такой, да? Но мы их не продаем. Лютый северный контент. Может, кто-то думает, что мы торгуем грибами? Да, о, мы не, смотри. Мы не торгуем, мы собираем чисто для себя, во-первых, в удовольствие и, как сказать, ну, мы их любим кушать, жарить, парить, закусывать. Так что подписываемся на канал. Здесь вот еще инстаграмчик оставлю. И смотрите. Продолжение про белые и не только грибы 2020. Два, блядь, родителя
старшей дочери сегодня 16 лет. Мы им там дома накрыли стол, заказали там всякие пиццы, суши, а сами свалили за грибами. Они там с девчонками сегодня у нас тусовку устроили дома. А может и с мальчишками, а мы тут за грибами уехали. Ну, уехали-то с утра рано, они еще спали, но... Я говорю, мать и батя, блин, ребенку день рождения, они с грибами уехали, видите, как бывает. Ну, что у нас сегодня? Вот такой улов. Небольшой, конечно, но жадничать не будем, один к одному. Здесь немножко белые, это все белые. Здесь белые корзина, здесь ведро полное белое. Ну и у Ксюши еще корзинка полная, так что нам хватит. Ой, нормально у тебя здесь? Тоже шикарно. Вообще шикарно. Ну что, на этом у нас наш видос заканчивается. Давайте всем удачи. Увидимся в лесу и на болотах. Пока.